ломала пазл жизни. Детка, как ты хотела меня назвать? Я твой, я точно твой, но ближе к делу. Как ты хотела. И я не знаю, что там дальше. Но ты нам обещал больше. Моя музыка. Моя музыка. Переживем вместе, все сможем. Тут вариант один, другой невозможен. Узнаю, что тебя нет дороже. Твои мысли выливаю на эти дорожки. И я вижу свет во тьме. Даже если его нет, нашу честь устроить небо свой я планет. И мы все лишь к звездам. Любить никогда не поздно. Но почти всегда так сложно. Ты смотришь программу «Чисто по секрету», в студии Анастасия Кравченко. И сегодня мои гости — представители белорусской рэп, хип-хоп и где-то даже поп-сцены, группа СВТ. Ребята, привет! Привет, привет! Скажите, с чего начинается ваше утро? Утро именно не творческих Димы и Миши, а обычных? Чашка кофе у нас стабильно. Душ, все. Завтрак? Не, сразу чашка кофе, потом полчаса прийти в себя, а потом уже все дела. Стабильно. Откуда черпаете энергию? Из космоса, не знаю, ну так. Какие блюда присутствуют в вашем рационе постоянно? Или как приходится питаетесь? Кофе постоянно, опять же. Коньяк. Ну, мы это вырежем. Крупы. Гречечка. Не знаю, яйца. Яйца. Кстати, сейчас очень модно правильно питаться. Как вы относитесь к этой тенденции? Какие блюда присутствуют в вашем рационе постоянно? Постоянно, наверное, яйца. Постоянно мясо. Мясо. А так, правильное питание — это, наверное, не про нас. Что успел, то и съел. Да не знаю, даже это очень такой себе вопрос, потому что непонятно. Ну, то есть, сегодня есть одно в холодильнике, ты это съел. Что купил, то и съел. Завтра второе. На что заработал, то и съел. Так. У вас довольно активная жизнь. Если приходится питаться вечером, то это какие продукты? Или все равно? Те же самые, которые были в прошлом вопросе. Да, что осталось? Не, ну совсем, если поздно, там, например, то уже там зачем есть? Потому что до 6 нельзя. А если заговорили о кухне, признавайтесь, любите готовить? Вообще ненавижу. Ну, мне как-то... И никаких фирменных блюд нет? Все есть. Все это есть, но... кофе. Давайте рецепт идеального кофе. Рецепт идеального кофе? 2 ложки кофе, 1 сахар. Не, пол воды. В турку? 3 ложки кофе, 2 ложки сахара и сколько хочешь воды. И все, варишь. Оно варится, пока пенка взойдет. Вот, аль денте. По чуть-чуть воды, чтобы оно густое было. Угу.
А потом прыгаешь весь сейчас день. Сейчас кофе захотелось. А любимое белорусское блюдо? Белорусская кухня? Драники, да. Картошечка? Ну, когда и когда так. Продолжите. В моем холодильнике обязательно должно быть. Что? Молоко, хочется сказать, но не так часто его употребляю. Мне запрещает благоверная это делать, потому что говорит, ну, я люблю с бутылки пить. Она говорит, ты туда крошки пускаешь, соответственно, а со стакана мне вообще не нравится пить. Поэтому нет, пускай будет еще в холодильнике виски у меня. У тебя? Не знаю. Ну, яйца, чтобы не умереть на всякий случай. А если продукты, которых избегаете? Да, вот грибы не ем вообще никогда. А ты? Сыр. Ну, с плесенью. Грибы, знаешь, вот я пиццу ем. Ага. Вот, грибочки вытягиваешь, если да? Если мне дают, да, стою. И кому их потом? Ну, не знаю, коту. А как вы относитесь к тому, что сейчас среди девушек совсем не популярно быть прилежной домохозяйкой и мастерски вести быт? Или это все-таки больше стереотип? Да, ну не популярно, но они все равно это делают. Ну, у нас жены нормальные. Как данность нужно воспринимать. Просто как данность. Да не, у кого есть время, тот и занимается по дому, я считаю так. 100%. Обременять кого-то там, ты женщина, иди готовь, у тебя нет прав. Ну, и потом из-за этого рождается феминизм, ну, во всех его проявлениях. Не знаю, можно это говорить? Да, можно. Ну, короче, ну, я не знаю. Нормально. Нам попались вроде как нормы. Да, все хорошо. Есть ли лайфхак, как хорошо выглядеть? Как видишь, нету. Как работа сказывается на вашем стиле и той одежде, которую вы предпочитаете носить? Работа? Ну, творчество! Ну вот, капюшон. Шапочки? Очки. Ну, очки. Потому что на сцене это вот сложно. Когда взгляд непонятно куда. Но это... еще с очками есть такая тема, когда выступаешь, что ничего не видно же. А, и да. Вот я люблю попадать типа там мимо сцены. Но все равно, когда ты выступаешь, и вот без очков на фотках, то один глаз сюда смотрит, ну, то есть там как-то ты ж двигаешься, постоянно ищешь публику. И как-то вот очки тоже хочется выделить. А так как влияет? Никак, вот, ну, типа. А как нравится, вы... так одеваем. А к шопингу как относитесь? Как часто обновляете гардероб? Не люблю. Вот у меня, я люблю байку, купить штаны, которые... У меня дома много вещей, там, да, я буду одни носить. У меня, ну, типа, пока они не умрут. Как-то было, ну, то есть я ходил в один и тот же магазин и покупал одни и те же штаны. Ну, то есть три раза. Да, есть. Ну, типа, вот такой зайду, ну, такой, ну, пять минуточек есть. Я такой, опа, все, хорошо, они. Ну, прям, вообще супер. Вот это вот, мне кажется. Ну, потом почему-то их перестали, видимо, завозить. Обидно. Пришлось купить другие. Да. Какие элементы гардероба обязательно должны быть в вашем шкафу? Балахон вот. Не знаю, без капюшона не могу. Обожаю. У тебя? Штаны. Трусы? Без штанов сложно. Да, потому что... Ну, что-нибудь хотя бы. Ну, что-нибудь вообще. А вот при выборе руководствуетесь трендами или то, что удобно, то и классно? Не люблю, когда много рисуночков. Ну, то есть... То есть это дурной тон считается, да? Для тебя? Еще не люблю, когда тут что-нибудь нарисовано. Вот майки я выбираю. Сложно найти майку длинную у нас, да, в Минске. Без рисунка. Ну, там без рисунка. И длинная, чтобы она была. Есть проблема такая. А тут вот всегда у них что-то написано. И дебильная. Ну, мода была, когда на белорусском подписали, это вообще. И правило трех цветов. Да. Три цвета должно быть. Раз, два, три. А что насчет хобби? Чем увлекаетесь вне сцены? Вот чисто для души. Фифу играем. Спорт? Да. А, ну, баскетбол летом три раза. Вот, кстати, любимый вид спорта летом и зимой? Футбол. Летом, да? Да, он а всегда. Футбол всегда, когда идет. Ну, баскетбол, наверное. Ну, либо. Если играть, то баскетбол в кольцо прикольно покидать, а зимой... Ну, вот зимой мне... Я, правда, один раз катался, но сейчас очень сложно. На сноуборде мне нравится. Понравилось очень сильно. А так, кисп. Ну, в биатлон вряд ли пойдем зимой. В хоккей, ну, если позовут, только сверху. Ага. А какие заведения или мероприятия больше всего любите посещать? Да, особо как-то залетные только. Вот идем куда-нибудь, вот бар, вот все, классный бар. А так? И мероприятия тоже залетные. Ну, то есть мы там только на артистов ходим. Только и вот то. Так. Ладно. А мероприятия? Так деньги не платим, да. Плохие деньги. Как часто получается уделять время отдыху и путешествиям? Ну, сейчас как-то хочется, конечно, уделить время путешествиям. Но как-то не получается особо. Но я в Одессу летал летом, да, получилось. Успел, там коридор был, успел залететь. Какое самое классное место, куда вы только ездили? На дачу.
Да, на мальчишник к нему ездили. У нас был тур по всей Беларуси такой. Ну как, должен был быть по всей Беларуси, но не получилось. Не доехали. Не доехали. Вот, и вот это было... По озерам Беларуси, то есть мы взяли тачку и поехали. Там нам 8 пацанов, большая машина, и мы там, ну, в палатках ночевали, классно было вот это сейчас, этим летом. А так, где я был, не знаю, наверное, мне больше всего Шанхай понравился. Как классно там. А куда бы хотели съездить? Может, мечта? Очень хочу съездить в Японию. Не знаю, как это реализовать, но очень хочется. Там классно, мне кажется. Ну, next level просто. Есть ли какой-то нелепый случай знакомства вот с девушкой, с человеком, который спустя время вспоминаете с улыбкой? О, могу так это накинуть пару вещей. Вот недавно был муравья концерт. Это же вот это раз. Заходит такой Антон, Дима. Ну, такой, ну все. Я говорю, да как где муравей? Ну, это раз. Ну, сам, ну второй это еще поинтереснее. Что, Коль, такая штука была? Да. А второй, то есть, ну, мы сидели в гримерке, это было в Репаблике, в клубе, там две гримерки, одна слева, вторая справа, если смотреть на сцену, то мы были слева. А во второй гримерке матранг был. Ну, и мы, значит, сидели в этой своей гримерке, мы ее так называем, она уже как бы наша практически как осталась. Вот. Ну, и заходит какая-то девушка такая, типа, там, говорит, а можно я пойду с матрангом сфоткаюсь, я жена Коржа, Макса Коржа, типа. Я говорю, да ладно, что ты заливаешь? Ты слушай, ко мне только что 10 подошли. Говорю, тоже говорят, что они жены. Там, говорю, иди отсюда. Мне рассказывают, она такая отходит. Я такой, жена Коржа. И типа, говорю, такие, Таня, иди сюда, ну, типа, проходи. Ну, вот такая. Такие знакомства. Ну, я не знаю. Блиц-опрос. Отвечайте быстро, не задумываясь. Бег или велосипед? Велосипед. Шаг. Кофе или чай? Кофе. Кофе? Тут понятно. Какого блюда вам не хватает в минских ресторанах? Не знаю. Китайских пельменей? Будут китайские пельмени. Строгий костюм или джинсы и майка? Джинсы и майка, разумеется. Любимый белорусский город? Гродно. Минск. Бар или клуб? Бар. Бар. Бар, стопудово бар. BMW или Mercedes? Мерс. Да. Любимая музыка, стиль? Реп. Реп? Хип-хоп? Реп, 100%. Любимый исполнитель? Сложно. Пусть будет Ригас. Пацаны тут копят на Рено. А я сейчас, ну, я сейчас подумаю, под конец отвечу. Быстро и не задумывайся, основное правило блиц-опроса. Ну да. Ну тогда я не знаю. Ну давай, первый, кто на ум. Мартвин. Есть ли у вас любимая белорусская песня? На белорусском языке? Гимн. Гимн, нормально. Гимн на белорусском сойдет, да. Моя или Федерико? Моя. Федерико. Моя Федерико. Кстати, как появились эти песни? 2020 год для вас очень такой плодотворный. Каждую неделю по новому синглу. Как так получается? А все уже, все, раньше нужно было. Да, уже закончил. Вчера. Вчера последний трек вышел? Ну как вчера, в пятницу? Ой, может быть, последний в этом году даже. Ну как, мы выпустили альбом, потом мы много песен написали и решили, типа, зачем их растягивать надолго, давай это расстреляем. Как появились дальше песни, вот Федерико или моя? Как тебе объяснить-то? Ну, есть, ну есть, моя, есть, например. История. О, вот ну на моя есть история. Да на Федерико тоже есть история. На Федерико? Федерико! Тоже есть история, да. На моя, например... Ну, то есть, был один парниша. Записывается у нас на студии. Записывается на студии. Я говорю, давай, ну, фит сделаем. Он сказал, окей, давайте. То есть, им через пару дней он сбрасывает демку. Ну, то есть, бит написал и там. Бит написал, сырой голос. Сырой голос туда. Говорит, будете вписываться? Мы окей. Ну, я долго текста пишу, он побыстрее. Я ему сбросил, он, то есть, себе написал. Потом я там... А, я такую демку записал, он такую мычащим. Сбросили этому парню, говорим, ну, типа, все ок. Он говорит, все четко. Ну, мы записали чистовик. Начал вот. Не, записали чистовик, ему еще раз кинули. Чистовик, ему еще раз кинули. Ну, все кайф вообще, пацаны. Потом я два часа времени потратил, чтобы это почти до ума довести. Опять сбрасываю, он говорит, не, ну тут не это, тут не то. Тут надо Мишу переписать. Полностью меня переписать. Его переписать. Короче, все переделать. Ну, мы типа уже все, ну, трек готов уже полететь.
Я такие... говорю, не, ну так дела не делаются. Ну типа я сейчас время свое немножко ценю, и давай тогда не будем его выпускать. Он говорит, окей, ну мы, то есть, взяли... Ну, нам сложно переписывать, потому что лень. Мы отправили, короче, этот трек нашему битмейкеру. Он сделал похожий бит, только лучше. И мы туда просто скопировали дорожки, ну да, ничего не переписывали, смастерили. И вот он там какие-то в Spotify чарты попал, то есть нормально залетел. А Федерико? Федерико у нас есть кум-брат Слав, угу. Родственничек, короче. И он постоянно, когда немножко выпьет, любит орать «Федерико!». Ну и вот у нас это что-то Федерико всегда было. Потом Дима нашел бит этот, ну такой латинский какой-то. Ну все, Федерико, все. И написали, не знаю, я хочу альбом про Федерико написать, мне очень прикольно. Было бы прикольно. Ну типа прям история, типа вот сейчас есть трек, где он только там познакомился с девушкой, ну и там как его жизнь сложилась. История жизни, мелкие обрывки памяти. А на съемках клипов были ли какие-то прикольные моменты? Что-то пошло не так? Это вообще постоянно. Ну на наших нет, которые мы снимаем. Прикольно было, когда мы должны были... Самые такие. Мы снимали «Я бы смотрел на тебя», и мы отдали паспорта на визу. Ну, чтобы там мы должны были ехать со Слимом в тур по Европе. Ну и все, мы снимаем, нам звонят, говорят, ну, там недалеко подойдите, типа, заберите паспорта. Мы приходим, там визе отказано. Мы такие, что? И оказалось, короче, мы обращались в агентство. Они сказали, все, классно, сделаем, типа, все четко. И сделали нам левый адрес, ну, там... Адрес левый. Жилье левое, самолеты левые. Ну, то есть мы не знали, мы думали, отдали, и все, и нормально. И вот нам из-за этого отказали, и мы не поехали в тур. А потом, ну то есть вот и эти... это, в это время мы снимали клип, мы пошли, вернулись и такие уже доснимали, типа, без настроения. И вот эти вот, ну, ребята, которые, ну то есть нам этот клип снимали, там локация квартира должна была быть. Но она и была там чуть-чуть совсем, а должна была больше. Ну то есть они сняли квартиру. Хорошую там, ну, то есть, супер вообще. Это было не то, что съемка, мы там с ним вдвоем пойдем, там друг друга поснимаем, а типа уже там... Серьезные какие-то, ну, команда, ребята, там сценарии, человек, раскадровки. Нас было, короче. И вот, они сняли эту квартиру, мы пришли на эту квартиру снимать, потом приходит хозяин и говорит, вы что, тут все офигели. А там консьержка, короче, пошли была, он отсюда. И подумала, что мы тусить, ну типа. Там чуть дело до драки не дошло. Ну он нас там чуть ли за эти не выгонял. Короче, Дима снимал в комнате, ну там последние там пару минут, а мы его как-то отвлекали, этого хозяина, да что ты там, подожди ты там, типа, короче. Ну короче, что-то и досняли, он начал уже дурить. Но потом переснимали квартиру. Вы довольны уровнем популярности в Беларуси? No. Да? В Беларуси вообще. Да, ну, кстати, в Беларуси нас вообще никто не слушает. Кружок то вообще ноль. Ну, типа вот. А где основная аудитория? Россия, Украина, там в Польше больше, чем Беларуси нас слушают. Ну, это странно. Но мне кажется, потому что мы белорусы, и всем не, белорусам не интересно смотреть на белоруса, что он там не видел. Как часто вы принимаете участие в каких-то... Ванны. Как часто принимаете? Редко ванны принимаем. Солью? С бомбочкой, знаешь, такой. Как часто принимаете участие в фестивалях различных? Раньше чаще было, когда фестивали были, когда концерты были. А во что вам это дает? Заряд. Вообще дает. Очень классно на фестивалях выступать, потому что ты общаешься с артистами. Типа знакомишься, там какие-то контакты появляются, там какие-то, можешь спросить что-то, уточнить. Ну как классно вообще на фестивале ходишь, там что-то тебя все фоткают с тобой. Не знаю. Как относитесь к современным тенденциям в музыке? Нет ли ощущения, что все как-то ускоряется, упрощается? Песни, 100% оно... Песни выстреливают быстро, так же быстро о них забывают. 100%. Сейчас фастфуд, ну все. Съел, выбросил. Вы стараетесь делать свою музыку? Ты сколько вот песню слушаешь максимум? Ну и вот новую неделю, две. Камон, через две недели уже три новых выйдет, которые лучше. Надо делать просто, не знаю. То есть, ну, вы работаете на то, чтобы... Не, мы не работаем как нравится. Мы не работаем вообще. Да, записали, написали. Ну, то есть, нету такого, что ты взял, такой, так, надо сейчас сделать такой трек, потому что он... Взял, ну, бит тебе Майкл скинул. Федерико! Да, класс. Майкл скинул. Ну, Майкл скинул бит, такой классный бит. Все. Майкл — это наш битмейкер. И все, сделал трек. Из каких песен состоит ваш плейлист? ТВК Миша. Не знаю, ну сложно. Я сейчас слушаю Spotify, а там плейлист каждый раз... Это группа такая. Каждый раз разный. Ну, то есть каждый день какие-то новые... А я скажу. Ну, если типа... Топ-1 у меня, наверное, по прослушиванию, это 104 сейчас Spotify. Люблю 104-го. У меня Лимба. Ну, все. А любимый исполнитель есть какой-то? The Limbo у меня, ну из новых таких, ну типа прикольно. Да много, не знаю. Ну Леху Гуфа люблю, конечно, да. Все мы знаем. Ригаса
Мафона, Люгэнг, не знаю. Есть ли что-то, что, став артистами, вы уже не можете себе позволить? Или как жили раньше, так и продолжаете? 100%, да. Да. Нет никаких ограничений. Ну, типа расслабляться только. Артисты уже 100 лет, ну, поэтому... Да. И расслабляться, ну, такое себе. Да, нельзя расслабляться. Постоянно надо, даже если там... Ну, вот есть такие чуваки, не записали трек, такие, ну, вот дофига таких знаю, которые там 10 лет его что-то пересводят, что-то там, ну, короче, работают реально над треком, такие, все, это, ну, бомба, хит, стрельнет, и все, он выходит, у него там 3 прослушивания такой. И все. И все, карьера его закончена на этом. Ну, то есть, понятно, что с первого трека, ну, вряд ли ты стрельнешь. Ну, только если там Spotify тебя вдруг подхватит или еще какая-нибудь платформа. Ну, и то вряд ли. Ну, там, если тебя кучу денег сразу не вкинут. А так, ну, работать, упорство, значит, не сдаваться, вот это вот все в стену бить. Терпение, колоком. Труд. Все, все перетрут. Сталкивались ли вы когда-нибудь со звездной болезнью? Когда? Да, наверное. Ну, и просто... в чем это проявлялось? Это только, там, лет смотри, назад было. Мы вот когда там, мы со Светлогорска сами, ну, родом, и вот в 2009 году мы решили, что будем читать рэп. Ну как, ну там она назревала, потом вот мы с Димой познакомились. И, короче, записали там пару треков первых, и они что-то всем в Светлогорске понравились, мы такие, ну надо делать концерт. Начали делать концерты, короче, ну, нам по 16-15 лет. Mm-hmm. Начали делать концерты. У нас 2 трека. 2 трека, мы их там читаем просто. 2 трека, нам нужно выступать. Мы написали еще там треков 15. Просто для концерта написали так вот треков, чтобы выступать. Без записи, просто чтобы они были. И вот мы делали там раз в квартал, короче, концерты, зарабатывали на то время там по $300. Типа там с нами люди на улице фоткались. Тогда по 2 с чем-то доллар был. Да, там вообще нормальные деньги были. И тогда, типа, было, наверное, что-то такое. А потом в Минск приехали и такие, понятно. Это. Ваши самые слабые и сильные стороны, ну, на ваш взгляд. Все, ваши лучшие стороны меня пугают, о чем это? Слабые и сильные. Слабости, конечно, присутствуют. Вот в фифу поиграть слабость есть такая, перед выходом, каточку. Сильные, не знаю, ну, упорство, наверное. Не сдаваться, вот это вот все, наверное, сильное. А слабые все остальное? Да. С какими проблемами вы сталкивались в начале гастролей? Ну, вот как его только начали. Наверное, вот микрофоны сложно настраивать было. Ну, хотя мы когда выступали... Горло срываешь. А, горло. Ну, типа, потому что сразу ты не выступаешь там, что возле тебя там звукоинженеры трутся прям. Да, такие, ты выступаешь там без мониторов в основном. Ну, это все, ты хочешь себя слышать и срываешь горло. Ну, и микрофоны не мы настраивали, а кто-то там пришел, какой-то дядя настроил, типа. И там, ну, где мы выступали, там человек 30 выступает, и все под, ну, настройкой, типа. Когда только начинаешь выступать... Ну, то есть на сцене, чтобы как-то раскованнее себя чувствовать, ты... Чуть-чуть. Шпунька. Бутылочку там. Туда-сюда и все. Ага. Ваша цель, что вы хотите донести своим творчеством? Основной вот посыл. Да. Танцы. Танцуй. Радуйся жизни, кто-то да? Говорил. Кайфуй. Моргенштерн, наверное, говорил. Моргенштерн. Чтобы дергался. Чтобы нога... Музыка играет, а что не там дергается? Не знаю. Ну, настроение, наверное, вайб самый вот. Любой, грустный, веселый, злой, ну, любой. Передать настроение. Вот кто не сталкивался с вашим творчеством, с какой песни стоит с вами познакомиться? Сейчас будет шутка? Да-да. Не, хочу мучу, никогда не гуглите, хочу мучу, умоляю. Это уже зря. С какой песни? Не знаю, я бы альбом предложил послушать, вот настало время. Ну, если ты хочешь рэп просто, то да, альбом. Ну, смотря, да. Если ты, ну, смотря, что ты любишь. Ну, песен много, вот, ну, на каждого. Ваша есть. Любимая? Ой, можете выделить знаю. Хоть одну? Не знаю. Мне пока вот нравилась Робин Гуд с альбома. Сейчас мне нравится Федерико. Сейчас мне нравится... Злой мне нравится. Я бы смотрел на тебя, конечно, мне нравится. Но она уже поднадоела, уже года 3 она играет. Там много, ну, все нравится, чё. Ну, если я выпустил, значит, нравится, правильно? На фит с каким артистом вы бы согласились, не раздумывая? Миша, скажи. С Гуфом? Ваш совет молодым рэперам, начинающим. С чего следует начать? С первой строчки. Она самая сложная. Да. Ну, в песне, в тексте. Да вообще, ну типа, выпускать песни, не бояться выпускать песни. Вот это 100%. Основная проблема, что они записывают много чего. То есть делать все по кайфу, а не по моде, да, правильно? Вообще по кайфу. Да, ты записываешь все. Кайфуй просто. Кто-то найдется, ну такой же человек, который нравится то же самое, что и тебе. Даже если он один послушает, потом ты второй...
трек выпустишь, уже два послушают. Да и просто опыт еще от этого. Да, ты же заходишь в будку, записываешь там что-то, приобретаешь. Каждая песня лучше предыдущей. Потому что когда иногда приходят люди, которые, то есть они поют волшебно просто, да, но они никогда не записывались. Да, еще у него голос, он как свинья там пищит, что-то, непонятно. Сейчас не понимает, как сейчас слышать. Ага. Так. Чем планируете радовать своих слушателей в ближайшее время? Своим присутствием в этой... Лицом. В этой рэп-игре. Что для вас самое главное для достижения цели? Что значит самое главное достижение цели? Для достижения самое главное. Упорство, может быть. Какая-то цель выпускать песни, каждую неделю выпускали. Сложно каждую неделю выпускать, потому что все-таки мы это сами все делаем. Много времени. Вот мы за этот месяц ничего не написали. Не записали. Или записали. Mm-mm. А одну демку мою, которую... А, мы пришли записывать демку, а она уже там была записана. Вот так. Сложно. Надо менеджер, конечно, вот это все, А вот в общей сложности за 2020 год сколько песен вышло? Ну, я думаю, под 20. Вот альбом сколько там? 9, 8. Короче, 18-20. А вот давайте что-нибудь зачитаем. Давайте. Mm-hmm. Не задумывайся. Mm-hmm. Переговорите. Не задумывайтесь. Есть деньги, есть бизнес. Рика работает над собой. Пау-пау-пау. Так решаем вопросы. Рика парень с мозгом. Есть контакты в Москву. С ним всегда жестко. Но есть у Рика одна проблема. Он не при всех такой дикий и смелый. Как криптонит для Супермена. У Рика и слабость нет королевы. Хватит. Как-то да. Ребята, спасибо огромное за интересную беседу. Было очень приятно пообщаться. Друзья, на мои вопросы, что, зачем, да почему, чисто по секрету и только для вас, ответил Дима Прищепов и Михаил Морозов, группа СВТ. Всем пока и до новых встреч. Пау-пау-пау. Я бы смотрел на тебя, но не буду. Я бы любил тебя, но ты... Я бы целовал тебя, но мы в клубе. Отойди, остальные ревнуют. Я бы смотрел на тебя, но не буду. Я бы любил тебя, но... Я целовал тебя, но мы в клубе. Отойди, остальные ревнуют. Звуки чего-то родного в прохладном воздухе. Меня кидает из стороны в сторону. Да и кто тебя создал так? Кто-то попер незаконно. Ходя кругами твоих глаз. Как я этого не увидел сразу. Хотя если б я знал, что так будет, это бы было неважно. Ты все ближе, ближе, но эта херня не работает. Я когда-то подвис на тебя. Да, сейчас наоборот. Ближе, ближе. Тебе уже ничего не поможет. Я когда-то кинул тебя, милая, а ты походу не сможешь. Я бы смотрел на тебя, но не буду. Я бы любил тебя, но... Я бы целовал тебя, но мы в клубе. Отойди, остальные ревнуют. Я бы смотрел на тебя, но не буду. Я бы любил тебя, но... Я бы целовал тебя, но мы в клубе. Отойди, остальные ревнуют. Нет, это нечестно, это нечестно. К чему чувство мести? Все было иначе. Теперь я озадачен. Зачем эти квесты? Загадки по жести. Загадки. Конечно, я мачо. Я. Но тут все иначе. И почему ты мне не веришь? Повод не давал ни разу. Да твои подруги сами в голове собрали пазл. Нет фактов доказательств, ни единого намека на наличие мозгов в этой шайке идиотах. Ну и с ними все понятно, много там ума не надо. Но тебя не просто так ведь выбрал я среди их стада. Ты подумай головой, ну какие к черту бабы. Если я пришел домой, отрезав ноль и очень рано. Так что вряд ли я сегодня преступник. Я сегодня буду стать да милая арена. Создаю сердце ступки. Мне виновата не ты, не твои подруги.